Вчера уже начали строить большую сцену, вот уже построили, так что сейчас идет свет и так далее, и все экраны. До вечера, до ночи все будет готово, потому что завтра рано утром начинается, 10 часов уже здесь открытие фестиваля ЗЗ, так что сегодня очень много работаем, чтобы все было до завтра готово. Это большая сцена, здесь будет самые большие официальные открытия, потом будет лайн-байкула вечером, и это самая главная сцена. Но еще на пляже Дзинтере будет еще одна сцена, где будут выступать молодые группы и организаторы, это будут всякие активности организаторов ZZ Festivals. И еще одна сцена будет Хорнадарса, это рядом дома с Елой, и еще... Четвертая сцена будет на Межпарк Дзинтер. Так что много. Самый легкий вариант – посмотреть на сайте, все выяснить, где можно ставить машину, как, где и что происходит. Юрмала.лв. Сайт, там все написано, там есть карты, там есть программы. Юрмалнеки айцина. Dzirdēju, kā mamma teica, Jūrmalas kurorta sezonas svētkos dzirdēt viņas iemīļotā dziedātāja Laima. Tu zini, kas viņa ir? Zinu. Manam vectēvam ir viņas plakāts uz gultas. Bet vai jūs zināt, kāds pēc tam būs svētku salūts? Kaut ko tik superīgi, mēs vēl nekad nebūsim redzējuši!